День земли отмечают в Одинцовском районе уже 21-й год подряд. В преддверии праздника администрация Одинцовского района и управление образования проводят конкурс на лучшие экологические проекты, организуются конференции и различные викторины. Каждый год почти по 2000 детей участвуют в конкурсах, посвященных празднику День земли. Ребята с большой душой делают работы, проекты по экологическому воспитанию. Очень много интересных, очень много звездочек в этом направлении. Мы надеемся, что эти дети вырастут настоящими любителями природы, экологами, будут беречь свою землю для будущих поколений. В этом году основной темой конкурса стал свет. Именно ему были посвящены большинство конференций, викторин и творческих проектов. Важнее все-таки для нас с вами тот свет, который в душе, в сердце у каждого из вас. Ведь раз вы здесь, значит, вы неравнодушные люди уже сегодня. Значит, вас беспокоит будущее планеты, огромной голубой планеты, на которой все мы с вами живем. Конкурс состоял из 5 этапов. На каждом из них школы набирают баллы. Чем больше участников, тем больше баллов. Призовых мест достаточно. Плеер, магнитофон и другие ценные подарки вручили как руководству школ за лучшую организацию, так и ученикам за самые лучшие проекты. Я участвовал в экологической викторине от школы и занял 3-е место. Мне подарили магнитол за это. В этом году больше всего баллов набрала Захаровская школа. Но основные поздравления принимала главная героиня праздника – наша с вами планета. У каждого человека ведь есть день рождения. Но вот я думаю, что День Земли – это день рождения Земли. Я думаю, что День Земли – это праздник всех жителей нашей великой планеты, всех стран. И поэтому я думаю, сейчас везде празднуют этот день. То есть везде яркие огни, яркие моменты, так что мне очень нравится этот день. Он веселый и всегда классно. Грандиозный концерт, который прошел в Одинцовском волейбольном центре, стал финальной частью праздника День Земли. Основная тема была представлена незабываемым световым шоу. День Земли отмечать легко. Нужно только любить и беречь нашу хрупкую планету. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».